Ой. Вулканийская засада ничего не дала. Станица в опасности. Скорее спеши. Вулканийская засада ничего не дала. Как она ничего не могла дать? Наша главная цель — защитить Рим. Только укрепив собственные границы, мы сможем помогать союзникам. Мы привели казармы в порядок, и нам прислали всадников. Надо набрать еще людей и укрепить наши ряды. И все, завершаем опять ход. Наши союзники пали, их народ захвачен в рабство. Как так-то, а? Какая страшная участь не постигнет Рим! Клянусь Юпитером, мы сотрем сами с лица земли! О, правильно. Хороший мужик такой. У нас только один сезон, чтобы подготовиться к нападению Самидосла. Солдаты уже ставят укрепленные лагеря. Мы сделали все, что могли. Теперь остается только ждать, когда подойдет неприятель. К оружию, воины! Враг уже на подходе! 100 динария тому, кто принесет мне перец сумнистку! Битва при Везувии. Ой, сейчас посмотрим вулкан красивый, который когда-то стер с лица земли город. Несмотря на дурную погоду. Все бы мы не готовы были вступить. Отлично. Наш лагерь перекрывает дорогу. И пока мы здесь, враг не пройдет. Поставь переход лицом к долине, так чтобы каждый отряд перекрывал флаг соседних. Исполняй. Есть одни парни. Вот такая гигантская колонна у нас выходит. Надо усилить дозор, чтобы следить за сомнениями. Холм закрывает нам обзор, так что мы не увидим их маневров. Чем он будет дозорным? Конница как раз самое то. Ну вот и армия первая показалась. Еще одна.
По идее, они здесь должны увидеть всю армию были. Потому что они оттуда идут, значит. Соответственно, они находятся где-то вот здесь вот. Вот они. Как наши воины стоят, не трусят. Готовы принять бой. Ничего, мы их уничтожим. Огонь за ними можно отправить конницу. Враг не видит ее из-за холма. Ого! Нифига себе конница! Был один отряд, стало 4-5. В сторону от нашей позиции. Пусть всадники укроются за лесом или холмом, чтобы их не видели. Это Силан у нас, да? Да, Гай, Силан. Скрытность превыше всего. Девиз нашей конницы. Ну чё, мы сейчас так поделаем, так не дадим им леща хорошего такого. Вот где у нас этот наш Гай? Силан. Вот он, наверное. Вы красавчик. Говорит пацан, типа, стоим до конца, парни. Сегодня мы не сдадим проход на Рим. Довольно-таки долго их ждать. Долго они передвигаются слишком. Сейчас мы как легким клином войдем в них. Странный какой-то клин. Они до сих пор не видят нашу армию.
В это уже время для наших гонец. Основные силы противника на подходе. Пусть подход. Они завязли в грязи и потеряют силы. Тоже правильно. Напряжные битвы такие. Ну-ка, побежали-ка на этих. Что это они у нас? Пошли. Дерзкие такие, а? Что вы убежали-то, парни? Испугались, что ли? Ну вот, правильно, парень. Давай, поддерживай наших парней. Они тут сражаются за Рим. Тилийские копейщики для них сильны, а эти слабы, поэтому побежали на этих. Почему эти вот сильнее, чем те? Разобьем их армию до прихода, и все будет хорошо. Понятно, что у нас тут падает, тут копеечки стоят. Мы не отходим, не заметим. Сбивайте этих парней, короче, и ускакнем отсюда. Проблема. Твое личное участие может решить исход битвы. Ты сплотишь жребий и вернешь присутствие духа дрогнувшим воинам. Просто, знаешь, так пух, первый залет, пух, второй залет. Мы так еще спины зайдем.
Тут наши... Ого! Забылись немножко, парни. Штапливаем отсюда. И в это гиблое дело драться против копейщиков. Чё мы идем? Бежим. Оп, проскакиваем, проскакиваем, проскакиваем. Сейчас мы доведем их до того, чтобы они дрогнули, и все, и мы уходим отсюда. Просто уходим, убегаем отсюда. Конница у нас уже одна побежала. Вторая. Пускай они будут драться, мужики. Убегайте сюда. Остался только один отряд застрельщиков. Убегаем к нашему полководцу, парни. Все в черепаху сразу перестроились. Трибун села, они забираются на эту, на гору. Давайте для последней атаки, парни. Прорвитесь. Сейчас застрел, наверное, будет. Пух. Не дадим застрельщикам пройти. Бы в спины им прямо зайти. Ого, красавцы, конницы. Нифига себе, моя конница вообще красавцы. Взяли еще и наемных новобранцев, так опрокинули. Отлично сыграли, парни. А теперь мы бежим на смерть.
Есть тоже бегут на смерть, прям так. Мазохисты такие парни. Сейчас мы забежим с тыла и должны рассыпаться. Они не ожидают этого удара. Вух. Да, их сразу там еще и тканули копьем и упали, парни. Парни уж тоже забегают. Ну, здесь они уже побежали. Ну-ка, наши итальянские парни. Подбегаем нашим полководцам. Воодушевим наших парней. Побежали, парни, давайте. Тут так этого Луция Октавия Макро зажали уже просто со всех сторон. И он... Только 747 человек. О, он уже дрогнул. Отлично. Так, давайте, парни, зажимайте их. Все. Это победа. О, да. Боги любят тебя, Кандил. Я знаю. Еще никому не удавалось спокойно работать со мной. Я красавчик вообще. Спасибо, спасибо. Я и так это знал. Что, все, заканчивается битва или как? Все уж, наверное, нет? Конец, завершить битву. Устаешь от таких битв после Везувия. Мы победили. Мы победили, сомниты. Потерпели большое поражение. Мы победители, а они плохи. Римский легион, вот так же сомниты сделали. Мы вот таким легионом стоим, они такие: все, простите нас, пожалуйста, пожалуйста, молю вас о пощаде, или казните меня именно этим мечом, пожалуйста, только этим. Он достался мне от отца, а отцу от моего отца. Поздравляю тебя, Кабинет Сула. Мне доложили, что ты возглавишь вторжение в Сомнии. Я думаю, выбор руководства был очевиден. Сенаторы также хотят, чтобы ты отбил Сомнии по Сомнии. Это римское обселение, которое они захватили несколько лет назад. С ним мы смогли вернуть власть над всей компанией. Прям над всей. Почему я до сих пор не могу? Ясно. Передайте сенату, что мы немедленно пойдем в выступление.
Мы не можем обучать новых рекрутов. В казне просто не хватит на это денег. На тебя разве не доходили тревожные слухи о римских финансах? Впрочем, не обращай на них внимания. Сосредоточься на делах военных. Да ну, я не хочу. Ладно, короче, чуваки. Всем пока. Я уже устал. Потом продолжим. Ставить лайки, подписочку. И писать комментарии тоже.